Всем привет, это Идлевар, и сегодня последний день завершения ивента. Остается буквально 19 часов. И чего мы добились? Да, собственно, в лунном колодце мы не добили. К сожалению, не хватило нам 300. Вот, поэтому сегодня мы добьем, скорее всего, эту арену. Да, сколько тут нам не хватает? Ну, до 300 не будем. И добьем 8 4-звездочных и 14 5-звездочных. Ну, давайте с этого и начнем. Идем в таверну. Делаем фильтр. 8 миссий. Завершаем. Забираем их. Поехали. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И пятерки. Ну и надо собрать оставшиеся пятерки. Пятизвездные миссии. Сейчас мы их соберем. Надо вспомнить, сколько. Пятизвездные. 14 штук. Получаем. Пятерки. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 14. Собрали. Крутанем колесо. Ну, текст. Далее. Ну, далее остались 7-звездочные. Их у меня нету. К сожалению. Поэтому идем бить арену. Кстати. Интересный персонаж. Так, поехали, арена. Много боев у нас предстоит. Ну, по-быстрому их пробьем. В принципе, на самом деле можно пропустить. Так, сейчас добиваем. Ну что, добили миссию. Ну и на этом, наверное, все. Увидимся уже в следующем ролике, в следующем обновлении. Все, пока-пока.